И всем привет! С вами Space Troll. И я просто хочу пройти этот уровень. Кто бибикает на улице? В общем, после этого видео Game 3 Dash я не буду записывать, но достаточно долго. Играть в него я все равно буду. Тренироваться. Электродинамикс тренировать. Потом будем электродинамикс проходить, или может от того демона долгого. Потому что. Я не знаю. Я перед записью ничего не тренировал. Тупо сделал один урок. Потому что, вы знаете, я человек такой, занятой. Но я думаю, то, что я пройду в этой серии, по крайней мере. Ускрипит. Стул не лень менять. Ну, потому что хороший же стул, как бы. Ладно, я просто перед этим видео посмотрел несколько смешных видосиков на канале Антикек. Возможно, кто-то его знает, возможно, нет. И пошел записывать видео. Как неожиданно, мы уже дошли сюда. Как вы понимаете, у меня настроение не очень хорошее. Я думаю, можно в практику быстренько сыграть и вспомнить все, так сказать. Вспомнить все, да. Сегодня в школе произошла одна ситуация, не знаю, ну да пофиг, зачем вам это рассказывать. Зачем я с авточекпоинтами? Не знаю. Так, летим. О, хорошо залетели в портал. Хорошо залетели, да. Побежали. Побежал наш робот до вокзала ближнего. Что? Не знаю, что я сказал. Что бы вам рассказать? Не знаю. Так, как тут? Ага. То есть здесь вот так. Ой, вот тут я. Да. Так, тут у нас. Ну, в принципе, если я это пройду, то вот. Давайте с этого. Так как мне. Так, это что, поинты? Во, вот с этого. Ой, не дай господи, не сюда. Вот, хорошо. И с этого момента мы проходим до конца этот уровень. Да что за фигня? Нам не так надо долго. Угу, сюда, 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 погнали. Самолетик. Почему-то у меня и так сейчас волнение, знаете. Так. Как я тогда умер? Вот, в принципе, окей, я быстренько прошел эту практику. Думаю, теперь труда этот уровень вообще не составит. Ну, только вот могу забыться на части с пропадающими блоками, но не знаю. Жаль, конечно, что прошлый ролик вообще не собрал просмотров. Что для меня очень плохо. То все эти просмотры были один от моего друга, и я туда три раза заходил. Смотрел, не набралось каких-нибудь просмотров. Да. Надо просто эту фигню точечно тренировать. Да, я не знаю, я же это не полностью знаю. Я даже тортик небольшой, ну, пироженку такую. В смысле, большую пироженку, но она это маленький тортик. Я думаю, вы поняли. Съел перед этим видео. У меня тарелка тут неубранная стоит. Вкусно очень было. Такая шоколадная. Знаете, еще там были какие-то, знаете, вот орешки. Только они стояли из шоколада, были внутри такие. Вкуснятина такая просто прям.
первый вкус. Да что за фигня? Сейчас будет невкусно. Так кто там гоняет? А, мотиках, блин. Нормальную бы эту. Ну, чтобы не громко было. Нормальную бы вот эту. Глушитель поставили. Хотя я не знаю, как... В мотоцикле, да что такое? В мотоцикле называется фигня, из-за которой пишется. Я не знаю, я, наверное, я хочу еще одну практику закрыть. Вот, без авточекпоинтов. Мне надо максимально тренировать этот уровень, хотя его уже максимально тренировала, ребяточки. Да как я там умер? Стрелочка. Очень замедленная стрелочка. Не знаю, зачем я это говорю. Она не замедленная, на самом деле. Пофиг. Побежали. О! Что? Погоди, а как там это сделать? Я хочу там чекпоинт поставить. Сделать. Это как? А, нифига себе. Ну, мне так лень будет делать. Это достаточно сложно. Да и то я не хочу вот на этот дедлок откопить. Ой. Ой. О, о, хо-хо. Это было сейчас опасно. Кстати, эта практика намного дольше уже идет. Да, блин. Я перепутал, когда там надо будет нажимать. Да блин, опять я перепутал. Что за фигня? Там не надо. Там не надо нажимать. Зачем ты нажимаешь? Так. Ну, сейчас я помню, в принципе. И далее. Таем. До конца. Так, так, сюда, сюда. Фух, фух. Тоже, ну и ладно. Где-то мы уже почти 10 минут это записываем, да? Ну, не знаю, что бы мне такого рассказать. Робот делает прыг-прыг, да, как обычно. Как обычно он делает прыг-прыг, а иногда не делает прыг-прыг. Да. Этим уровнем я где-то 4 дня занимаюсь. А вот Obsidian Time столько занимался прохождением всех уровней... Как это там умер? Всех уровней без урона. Вот прям хочется мне сейчас остановить запись, пойти на жесткую такую практику. А, в ОБС нельзя остановить запись. Да уж. Мне уже на самом деле бесит геометридэш снимать только один. Я хочу сабнафтику, я хочу там получить еще больше лития и сланца. Кредита. Social credit. Так, сюда. Раз, два, два, два. Погнали сюда, сюда, сюда. Полетели. Робот мой любимый, как было в том видосе. Ну, здравствуйте, мои любимые зрители. Хоть и 24 подписчика, ну что, спасибо. Ну, вот такая ситуация. Да. Ё-моё, я сейчас нашел. Господи. Просто сейчас.
Либо сейчас. Либо потом. Да! 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 Скриншот просто пау! Все! Сделано! Сделано! Уделано! Доделано! Ну что, все? Господи, это было очень долго. Теперь это электродинамик, да. Потренирую. Но у меня... Господи, у меня такое счастье. Он пройден. На видео. На видео прошел этот уровень. Это же капец. Ну, сейчас я электродинамик, с которой не тренировал 2 дня. Ну, уже дошел вот до сюда. Хотя там было, в принципе, все легко. Вот это первая небольшая трудность, которую я ненавижу. Но электродинамика достаточно прикольный уровень. Кстати, погодите. Сколько я потратил попыток на Geometrical Dominator? 651 попытку. На Фингердэш я все равно вышел. Да, 927 попыток. Это очень много. Так, 165. 610 раз было в процессе гонщик. 950. Ё-моё, электродинамик. 671, я его до сих пор не прошёл. А за такие попытки я уже прошёл вот этот Geometrical Dominator. Фух. Не знаю, где мои были самые высокие попытки. Ну... Вообще, я раньше думал, что в Can't Let Go, но когда я понял, что я на Can't Let Go потратил... Я, по-моему, 2 недели на неё потратил, но... Попыткам там было, ну, типа, что-то типа около, не знаю, так. Ну, как я там? А вы сейчас слышите такую крутую песенку, блин, она прикольная прям. Прям. Ну, вот я ее не слышу, потому что OBS не работает. Люблю OBS. Особенно его новую версию обновлённую. Где нормально стрим не запустишь, то надо вот это управлять трансляцией. Причём в гайдах даже на эту версию ни у кого такого нет. Когда я типа смотрел гайды, как запустить стрим, я примерно, конечно, понимал, что кнопка запустить стрим не запускает стрим. Но вдруг там я тупой, я был тупым. Потому что там надо ещё на этапе запустить. И да, я смотрел эти гайды. И, блин, на 20-й год там у них нет этой фигни управлять трансляцией. Вот, знаете, фигни. Не знаю. Мне 65%, я там ставил рекорды по 1%. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так, давайте. Ладно. Я не знаю, что мне сказать, когда я просто прохожу практику обычную. Это же обычная практика. Ой. А. Так. Нет. Нифига себе, я мощный. Собрал почти... Ну, мог бы собрать монеточку. Ну, блин, мне лень собирать какие-то монетки там. Где тут еще монетка была? Вроде как... Вот туда. А! Как? А, ну, блин, тут как бы сложная монетка. Ну, все же ладно. Так, и полетели у нас, собственно говоря. Вот тут я как-то... Вот как я там умер, я уже не знаю. Ведь это... Ой-ой-ой, а тут, кстати, сложно. Тут надо... Так. Так, да не надо мне там чекпоинты. Куда ты чекпоинты свои ставишь, блин? Идиот кусок. Ну, в смысле, игра. Дурак. Да. Так как мне... Блин, чекпоинты здесь как-то неправильно работают. Так, окей.
Раз. Вот, скорее всего, если я ту штуку пройду, то я и ту пройду. Потому что здесь достаточно простенько. Ну, только это может, конечно, составить проблем, если я тупой. Я, кажется, тупой, потому что я на практике здесь капец как люблю. Ну. Может, я убью. Так, окей, практику мы прошли. Динамик этот, конечно, да, мощный. Мощный электродинамик. Ну, я как бы... Не знаю, первые 60% вообще изи. Ну вот, первый корабль, конечно. Что так сложно? Это прыжок, да. Это казалось еще такое сложно. Ну да, там сложно. Да. Давай погнали. Я хочу уже побыстрее доходить там до первого самолетика. Ну, желательно, на самом деле, до первой юфошки. Потому что там... Что? Как я в шип ударился и не умер? Меня это задизморалило, я полетел вниз. Я думаю, нет смысла на этом уже не бомбить, потому что я не знаю, возможно, я там пройду дальше вот этой вот... первого быстрого кораблика, дальше садюсь. На самом деле, достаточно вероятно, как я там слился. Вот теперь я там сливаюсь. Я тренировал одно, сливаюсь на другое. Конечно, стоило бы потренироваться вот на этом электродинамиксе. Не знаю. Наверное, после вот... Да что это? Ай. Я ударил по столу пальцами и капец как стало. Ладно, летим. Точнее, бежим. Точнее, катимся. Точнее, прыгаем. Что делает куб? Если шар, он катится, то что делает куб? Прыгает. Эта фигня летит. Да что это за бред? Юфошка флэппи-бёрдит. В принципе. По факту. Она как флэппи-бёрд. Да. Не знаю. Интересно ли вам это смотреть? Вам нужен, возможно, бомбёж. Возможно, вам не нужен бомбёж. Просто я никак. Некоторые ютуберы. Показывают только попытки, где я очень сильно бомблю! И не показывают те, где я вот такой спокойный. Да. Еще умудряюсь пыль со стола убирать. Вот это вот. Это да. Блин! Что за бред? Сколько запись идет? Наверное, уже минут 40, как обычно, потому что... Я могу записывать хоть сколько угодно. Мне будет казаться, что я записал только 10 минут. А я записал час, там, два. Так, лети! Да кто там орёт в подъезде? Возможно, кто-то на самокате упал. В подъезде. Конечно. Так как? Что? Не понимаю. Вообще, на самом деле, это видео не такое скучное, наверное, из-за того, что здесь достаточно громкая музыка, веселенькая. И как бы... Это... Это бесит. Бесит! У-у-у, паспорт.
вспомнил песню, которую я переслушал, наверное, вчера. А, какой вчера? Нет, месяц назад. Пришел я второй раз в своей жизни. За Флэппи Бёрдили. Буду теперь это так называть. Что юфошка не летит, а Флэппи Бёрдит. Ой. Это было абсолютно случайно. Вот опять-таки, я так же здесь умер, как тогда. Абсолютно так же. Хотя, в принципе, там монетку легко собрать. Я могу и здесь монеточку собрать. И так потихоньку, возможно, без записи на Geometrical Dominator собрать вторую монеточку. И так вот потихонечку подобраться к этому дедлокту. Пока я видел только вот копии этого дедлокта. И это достаточно сложно. Угу. Хорошечно. Пин-п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 ин. Наверх, вниз, наверх, туда, туп, туда, сюда, бежим. Не собрал монетку. О! Very good! Ё-моё, race time! Что это значит? 72%! Очень даже хорошо! Рекорд поставили? Сколько идет запись? Запись идет 20 минут. Да нормально так стоит. Хорошо. Хорошо идем, ребят. Хорошо. Надеюсь, по крайней мере, что хорошо идем. Сколько у меня интересно герц на мониторе? Просто мне не сильно удобно играть. Я прям вижу, как объекты немного скукоживаются. Наверное, не 240, наверное, 120. Не думаю, что у меня 60, потому что 60 FPS. Это для меня было бы сложно. Ну, я вот пытаюсь как-то приглядеться, вроде 120. Потому что я не вижу прям какой-то плавности. А, вот. Да. Летим, летим, маленько, очень маленечко, летим! Ой-ой-ой, я этот уровень уже выучил. Хотя я его не так выучил, как Geometrical Dominator, потому что на Dominator меня прям бомбило. Бомбило звучит как какой-то человек. Ах ты бомбило. Ты бомбардировщик. Ой, бомбишь. Дурила какая-то тронная. Дурила какая-то тронная. Ладно. Блин, может мне когда-нибудь реакцию сделать? Хотя мне YouTube впилит ограничения. Ну, за то, что типа... Ребёнок, да? Что? Я же отжал кнопку. Фон, кстати, страшный. Странный. Страшный фон, мне не нравится. Птичка полетела за окном. Я моргнул в этот момент, я не увидел. Что произошло? Но произошел Weber Fatney's Rear Side. Кто говорит на многих языках, хотя я даже не знаю, что это язык. Пойму, что я только что сказал. Хотя оно вообще к теме не относится. Там, типа, самые милые животные. На каком-то языке самое милое животное. Да блин. Познавательный контент! Контент! Канал хотел сказать. Потом понял, что надо сказать канал. Ой.
Сначала хотел сказать канал, потом надо было сказать контент, но получилось контент. В процессе этого я понял, то, что познавательный контент надо было сказать. Да. Прыгнешь, да. Др-па-па. Летим. Летим, причем все пролетели хорошо сюда. Я не понял. Если я пройду еще второй самолетик быстрый, то там будет прогресс где-то, ну, в 10%, ой, в 20% точно будет. Либо мне повезет, и я сразу же пройду до конца. Не знаю. Ну что, по факту, не считая демонов, то мне только электродинамикс из официальных уровней. Из официальных уровней поставлю. А! Тайм-машин, точно. Тайм-машин. Я считаю, что тайм-машин это демон, на самом деле. Просто я когда на него взглянул, и когда я умер на 82%, у меня так это... Не знаю. Я и сейчас его считаю сложным уровнем. Ну, блин, почему? Там реально сложно. Мне кажется, у меня на нем будет не меньше попыток, чем... Не знаю, в каком-нибудь Geometrical Dominator. Хотя, возможно, я просто переувеличиваю, и когда я дойду до этого, до этой там машины, то я, не знаю, пройду ее где-нибудь за сотку попыток. Без понятия, без понятия. Да. Хорошо, сейчас красиво на инфошке то и сделали. Вообще, топово. Ну, здесь достаточно просто. Шар тоже простой. Меня смущает то, что в этих вот уровнях шар почти без декораций. Особенно в Cycles, где шар это самое первое, что появляется. И там вообще на шаре декораций, ну, ноль. Я такое не люблю, когда на шаре ноль декораций. Это плохо. Не такого, тут дофига декораций. Ну, мало на шаре декораций. Да зачем я это говорю вообще? Не знаю. Почему я здесь умираю? Почему? Ну это же достаточно бросовано. Просто надо вовремя прыгнуть. Там даже вот так, такая палочка есть, когда можно прыгнуть. Обозначает мне как бы. Ну нет, блин. Вот, теперь нормально. Что? Как я залетел в блок? Опять-таки. Как? А, возможно, там хитбокс какой-нибудь вот квадратный. И да. Не знаю. Можно. Ну, опять самолетик. Достаточно быстро всегда дохожу до этого самолетика и сливаюсь. Либо на нем и... Либо дальше. Не люблю уже этот электродинамикс. Вообще, мне кажется, если бы сейчас вот сделали этот электродинамик вверхи, то его бы оценили на изи демона, потому что по сложности он именно такой. Ну, как мне кажется. Да что за бред? Да. Летим. Туда-сюда хорошо, лицошка.
вообще, когда я был нубом и проходил все это дерьмо на практике, я такой, типа, чё, а как я эту инфушку буду проходить-то? Как будут этот шар? Нет, ну, на шаре я так не думал. Как я буду этот самолетик проходить? Это ж пипец. А потом я понял, что это... Потом, когда ты становишься... Более скилловым, твой самолетик взлетает по прямой наверх, а не по горизонту, а не наискосок. Нет, называется не наискосок, а вот. Северо-восток. На северо-восток, да. Это же северо-восток, я не тупой. Вроде северо-восток. Ну да. А вот смотрите, Шри-Ланка, если не ошибаюсь, если не тупой, это ведь отдельная страна, так ведь? Да, как я там умер? Я моргнул просто. Это отдельная страна. Как там называются люди? Шри-ландцы? Шри-ланки? Шри-ланкцы? Шри-ланцы? Без понятия. Шрицы? Ланцы? Я просто не знаю. Кто? Да, что за бред? Почему сливаюсь на таких пустых местах? Где надо там орб нажать? Окей. Пипец. Что это за... Да почему я... Вы даже слышали, наверное, как я нажимал? Почему он не полетел вниз? Да я же зажал прям вовремя так, чтобы... Пу-пу, вот. Красиво так полететь, но нет. Надо полететь опять. Что мне говорить, когда достаточно скучно все? Я начну орать, только когда я там дойду до какого-нибудь этапа такого вот. Сложного. Типа пройду. Ну, точнее, там не сложно. Там только последний самолетик может вызвать геморрой. Будем честны. Ну, так, все, полетели. Так. Полетели и та-да! Да, опять-таки, что за бред? Что за бред? Ладно. Хорошо. 40 попыток. Всего лишь 40 попыток. Я злюсь, потому что я постоянно дохожу достаточно далеко. Айнда. Блин, капец. У меня тут стоит тарелка неубранная. Где же, вот, где же все это крошек осталось? И так пахнет этим тортиком. Как будто шоколадный, как будто еще клубничный. Просто капец. У меня там еще вроде 3 тортика таких осталось, мини. Я пойду и съем. А, ну да, я же прошел геометрику доминатор. В принципе, мне можно. Так. Хорошо.
Полетели. Да что за бред? What the hell? What the hell with my finger on my mouse? А? Да. Ладно, ладно. Как это сейчас было? Погнали! Как мне кто-то что-то пишет, если я вырубил телефон? Я врубил режим полета. Погодите, что мне там написали? Как? Я же врубил режим полета. Стоп. Если вы все это время не слышали музыки, сочувствую вам. Блин, если я реально не слышал музыки, это что за капец? Это что за бред? Ладно. Ладно, ребяточки, я думаю, что на этом пока можно остановиться. Всем, не знаю, не думаю, что нам надо пока что остановиться. А, 36 минут. Не, ребятки. Ой, куда я скрыл ОБС? Ну, я думаю, что... Давайте тайм-машин просто так, по приколу сейчас зайду. Блин, ну это же, видите, это демон. Самый настоящий. Три шипа! Тут нифига он реально работал над этой фигней. Я не шучу. Три шипа, реально. Как бы... А. На самом деле, для меня в этом... Тут сложность в том, то, что... Все очень медленно. Ты медленно куда-то идешь. Чтобы потом полететь назад. Еще с такой же медленной скоростью. Почему бы не ускорить этот уровень? Разы веселее. Блин, сейчас пройду. Я вообще не помню этот уровень. Не помню, что-то как-то отдаленно. Где я слился? А именно в полной жопе. Вот тут я сливался, я помню, да. Это реально, что за бред? Как я это прохожу? Это же демон! Ребяточки, ща пройду. Ща пройду, демон. Мой первый. Настоящий демон, нет! Мичиган! Ладно. Блин, я уже все собрал. Блин, мне даже ключи. А, да. Я гуглю. Экстрим демон. Бот-бот. Ну, ща пройду. Ща. Нет. Катаклизм. Ну, тоже достаточно простой демон. В смысле, не демон это вообще. Это, ну так, типа... Как я? Что? А. Ладно, мне... Это просто обычный шут. Лудла Аст. Апдейт? Нет, апдейт. Какой еще апдейт? Я помню, как я пытался, по крайней мере, проходить тут, блин. Ребяточки. Стоп. Раурурт? Что? Это Раурурт. Раутурту-турту-ту. Ладно, пофиг. Бладно. Sonic Wave, we are the greatest. Я не доиграл. А. Ладно. Да, мне лень. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.